В ясно-пасмурный вторник юный Мироша и слегка юный и бодрый дед за 65 лет, причем Мироша парень хороший, продолжают закаливание и плавание после сбора грибов в лесу. Продолжается утренний заплыв в конце лета. Завершение плавательного сезона 2024. Грибы собрали, уток покормили, стихотворение рассказали и в шахматы сыграли. Ну а теперь плавание и закаливание. Вот так, господа хорошие друзья, товарищи, надо закаляться и вести здоровый образ жизни. Ура! Цель достигнута. Сброшен значительный вес. И за плавательный сезон 2024 уже пройдено 700 километров. Я думаю, за оставшиеся дни, сентябрь-октябрь, соточку еще сделаем. Такого проплыва не было никогда. Можно сказать, рекорд в расцвете сил. Ты тоже, милый друг, веди здоровый образ жизни, плавай, закаляйся и будь здоров. Всем хорошего и крепкого настроения.
ежедневное плавание закаляет силу и дух. Веди здоровый образ жизни, и счастье обязательно настигнет тебя. Спасибо солнцу, спасибо природе, спасибо воде. Скай, чего не встречаешь, а? ЗОЖ – это правильный выбор. Веди здоровый образ жизни, и все у тебя будет хорошо. Всем хорошего, бодрого настроения. Юный бодрый дед за 65 лет уже месяц как прадед. Дерзайте, господа, ведите здоровый образ жизни, плавайте и закаляйтесь, и будете здоровы. Если хочешь быть здоров, закаляйся по утрам и вечерам, обливайся. Веди и ты здоровый образ жизни, плавай, и будет у тебя крепкое здоровье, удачи и хорошего настроения.